Этот дракончик с хохолком выполнен из цветной и светлой бересты с применением тиснения. Мастера говорят, такие поделки являются вещами эксклюзивными и служат талисманом наступающего года. Вообще все, что делается из бересты, становится оберегом, утверждают специалисты. Такой оберег можно повесить в машине, в доме, подарить кому-то на праздник. Это тоже оберег. Тоже знак дракона. Это дракон. Все это из бересты, из традиционно русского материала. В Саянском творческом объединении мастеров и художников уверены, не нужно суетиться в поисках на местных прилавках разномастных драконов. Настоящее чудо и произведение искусства делается своими руками. По собственным эксклюзивным проектам здесь создают сувениры и обереги из природного материала. Таких дракончиков у нас делают уже ребятишки, которым 7-8 лет. Видите, это уже авторская разработка, совершенно не похожий дракон на вот эти вот профессиональные работы. Ну, я работаю вот над этим большим драконом, которого я задумала объемным. Большой дракон станет хитом коллекции, делится Виктория Циглер. И, конечно, он принесет удачу в 2012 году. В задумках мастера расширить эту коллекцию еще более разнообразными дракончиками. Яна Романова, Алла Спиридонова. Новости.